это за защита? Мои барыги будут работать на твоих точках. И не смей даже пальцем их тронуть. Иначе очень сильно пожалеешь. Я же запретил торговать. Да как этот вонючий иммигрант посмел попереть против меня? Он убил моего друга. Если нужна будет помощь, обращайся. Не важно, сколько лошадей. Главное, кто между рулем и сидит. Так он мог попасть во Францию. В любом деле найдется крыса, которая предаст.